Короче, ходят посетители, я пробиваю этим пистолетом свой бейджик, чтобы разблокировать кассу. Спрашиваю, здравствуйте, нет, спрашиваю, пакетик нужен? Сканирую, нажимаю Enter, сканирую товар, затем нажимаю Enter. И говорю, у вас есть наше приложение или карта по номеру телефона? Если есть приложение, то сканирую приложение. Если... Да блин. Они такие громкие. Если есть карточка по номеру телефона, то нажимаю Ctrl-W, диктуйте номер телефона. Диктуют. Записываю, нажимаю Enter, говорю, у вас 133 балла, списываем все. Если он говорит, списываем, то я нажимаю F6, по-моему. С учетом списанных баллов, я говорю, у вас цена за товар, называю цену 1499 рублей. Карточкой или по QR-коду расплачиваться будете? Если карточкой, то нажимаю F4 или выбираю вручную там Enter, дважды, да. Расплачивается. Спасибо. До свидания. Если наличкой, то дает мне, допустим, 5000. Я вручную набираю, сколько мне дали денег. Там высвечивается, сколько я должен сдачи дать. Каким-то образом открываю кассу, достаю 1499. Это там сдача будет, сколько ясно. Я достаю тысячи, пятисотки, сотни, десятки и копейки. Затем отдаю. Все. Чек бумажный. Ну, печатаем. Чек бумажный нужен? Если да, там выбор либо Escape отмена, либо Enter отказаться. Если Escape отказаться, если не Enter, то нет. Если нужен чек, то нажимаю Escape. Если нет, то нажимаю Enter. И даю чек в пакет. И все. Если подходит и что-то спрашивает, там, корма, я спрашиваю, а какие индивидуальные особенности питомца, есть ли аллергия, какой возраст. И, исходя из этого, советую. Если кошки, я спрашиваю, стерилизовано или нет. Могу вам предложить корм для стерилизованных котят в возрасте от 1 до года, либо кошек от 1 до 7 лет, либо
для кошек 7 и старше, а старше 7 лет. Сканирую пакет, там на выбор есть. Да что ж ты сигналишь так? Если покупает овес пророщенный, то там специальная бумажка есть с штрих-кодом. Сканирую ее. А если крупный овес, то там на самом овесе есть штрих-код. Упаковываю его в полиэтиленовый маленький пакетик. Короче, чем дешевле корм, тем больше в нем злаков, меньше белка. Может быть, аллергия на него у некоторых. Чем дороже корм, самый дороже, дорогой, это премиумный класс. Забыл, как называется, холистика, да, самый лучший корм — это холистик. Энергетику лучше купил себе я попить. Вроде все, вспомнил так примерно.